Вот, смотрите, вышел на воду. А тут барс понаставили. Вот она стоит. Блин. Темнота. Однако, ну да, мост видно. Вот немножко видно на барже огни. Да, на барже видно, вот она здоровенная такая стоит. Вот. Ну тут-то ее видно вообще. Зачет абсолютный. Тем более, если на весь экран зафигачить. Вот так. Ну тут Full HD, а у камеры HD. Поэтому как бы весь экран это вот так. Вот. Уже извините. Поэтому особенного смысла. Это мой планшет тут наглеет. Просит обновления. А он же у меня без интернета. Вот. Ну вот я иду к барже. До нее так метров, не знаю, 300. Вот. Ну, смотрится она вот так вот. Кажется, зрительно кажется, что она дальше. На самом деле она ближе. Вот и хочется это самое, ну, приблизить все это изображение, чтобы оно было более крупным. Вот. Ну, более адекватно, так сказать, с расстоянием, чтобы это все было. Баржи засняли. Вот она стоит, да. Ну, до нее еще, ну, не знаю, 200, наверное, больше, чем 200. Наверное, сейчас метров 300. Ну, разглядеть можно все. Вполне, как она стоит. А вот глаз там, это вот так. Ну, видно, что что-то светится. Что светится, хрен его знает. Ну вот, так что отваливаем в сторону. Волна, ветер сегодня, конечно, такой не детский совсем даже. Вот. Ну и волна хорошая. Но все-таки хорошо идти не слепым. Вот. Ремонтировал клотик свой. А то вчера что-то отгнил контакт. Купить новый. Он у меня выше этого самого, выше тента, более метра такая штанга. Не всегда приобретешь даже такой. Он обычно коротенький. Так. Ну, не буду я возле. А я тут рядом иду с баржей, но петлять возле нее не буду, потому что могут по ИСУ на меня наорать еще.